Однажды мы спалимся, это случится. Может быть завтра, а может быть и через год. Нам доведется спалиться, это когда-нибудь с нами да произойдет. Бабка увидит нас из окна, когда будем во дворике шахту ломать. Трубку поднимет, наберет 02, и нас будут менты принимать. Однажды запалимся мы, однозначно, когда, например, заберемся в ковер. От нас отвернется внезапно удача, и встретится нам здоровенный мандер. И кто мы такие, вникать он не будет, просто обойму нас и разобьет. И до отделения через минуту нас бабом повезет. Но... Добро пожаловать в Сибирские горы. Здесь пока все улица. Куда он полез? Не знаю. Туда? Без понятия, где. Тут вообще пиздец шахта, конечно. Вернее, она в плане, что она нихуя нет. Ни подпорок, нихуя нет, да? Она требует, потому что... Ну... Нихуя мы такие мечты делаем, интересно. А, может, вентиляционный, но... Нет, ну... Да, не выходит. Скала, или... Вот, вон, здесь еще. А что здесь добывали-то, блядь? Свинец и серебро. Ну, не знаю, так замазано. А где остальные-то? Мы тут, да? Ланька не знаю. Мы можем идти туда? Ну, значит, химзу нужно одевать. Ну, вот фиг знает, как подарок. Далеко, глубоко. А, блядь, все-таки химза? А там дальше завал. А он куда пошел? Я не знаю. Как с ним можно найти? С ним вместе шел. Он сказал, я пошел срать, я пошел тебе помогать вещи. Давай опять. Тихо. Обосрался, что ли? Сколько можно срать? Слушай, так а там свет вон вообще? Он там, он срет где-то, не? Может убери быть. Свет. Вон, видите, в дырке-то светится. Да-да-да. Нет, слушайте, я выйду. Да, вон он. А? Да? Выйду, да. А что такое? Ну, если... Тем более у меня химза там. А. Держи это. Да ладно. Держи это, если что. Не, ну а там надо химзу одевать. Ну там еще можно пройти пешком. Ну ты посмотри, зайди и посмотри. Да, этот брезент на ногах. Вон там, вон, ползает. Да, вон он там ползает. Идет назад. Вон стрелочки, все есть. Где стрелочки? Вон. А. Выход. Дабл В. Дабл В, наверное, выход. Да. Ну что скажешь? Что я могу сказать? Им дорожно. Блять. А что, там дальше затоплено? Оно везде вот так. А у тебя химза далеко? Нет, здесь у входа. Мы тебя подождем. Окей, сейчас. Помнишь рудник на Кипре возле полиса? Старинный. Да. Ну вот, точно то же самое. Один в один. Баня, что ли? Нет, не баня. А, потолки вот так вот максимально. Я думаю, сапога пройдешь. Ну а дальше что? А дальше там идет более-менее, ну, и нас сужается выше, выше. Ну что, пойдем, есть смысл идти? Я думаю, да. Хули зря приехали. Да. И, а вот туда я не лазил, я не знаю, что ну, там. Ну давай хотя бы на полчаса зайдем туда. Куда? А, вниз? Нет. А вниз кому-нибудь другого отправим, блядь. Я устал. Антоша? Пинай его. Антоша, пиздуй. Антоша сюда первый полез. Ну и сюда тогда первый, ты должен быть. Нет, первый. Давайте чередовать события. Давай, Альмат, ты тогда. Да не надо, я могу дать. Может, там большие проходы есть. Ну, посмотрим, если там какая-то глупая. Просто если дальше начнется, тогда... Если там высокие проходы, пойдем туда вниз. Потому что здесь 1.70 м проход. Нормально. Блядь, маловато. Маловато. Да, нормально. Ну, там-то заебись, конечно, я на троих. Людям маленького роста. Знаешь дальше продолжение? Да. Вода? А вот... Ну, правильно, если здесь вода, там еще больше воды. Ну, да. А? А воды сколько? Ну, там идти можно или ползти до? Высоко. Высокие потолки? Ну,
Ну лучше там, где высоко, чем уже. А ты что, будешь без кинзы тогда получается? Ну если такая, то да, и вообще по колено, в принципе, можно. Колено без химзы, ты простудишься. Давай я сползаю здесь свою. Не-не, давай, за химзу иди. Мы подождем. Так, а как мне вылазить? Вперед головой или ногами? Да. Вперед головой. Вперед головой. Так. Если там высокие потолки, тебе нормально, то лучше пойдем туда вниз. Хорошо. Ну, почему-то я видел, что стрелка идет оттуда. Откуда? Оттуда, с той стороны. Стрелка? Ну, может, тогда сюда и надо, здесь более... Нет, стрелка выход, типа, выход оттуда. А вход может быть отсюда. Ясно. Где выход, там вход. Какой вы знаете? Если здесь узкие и высокие, ну, почему нет? Так. Мне в углу уже нравится. Бля, да в прошлый раз мы не смотрели. Да чье, кстати? Мы тут подобрали. Чью-то сумочку. Чью-то сумочку. А, моя. Я ему уже плохо до сумочки. Я ему уже лишь бы вылезти оттуда. Блять, у меня шорты не те. Не той конструкции, не той системы? Да, на Кипре были другие, там подвязки повыше, и сапоги я как раз захуячил. Принимал шорты. Конечно, блядь, грабли булдюрный без штатива. Ну, может, кто-то и выйдет. Хотя бы отдай, не сидеть. Опять я тебе все не потеншую. А? Опять я тебе говорю, все не потеншую. Ну да, мне лично все не потеншую. Ты еще и фонарик забыл. Нет, нашел. Фонарик взял. Взял, другой забыл. Красный. Ну, красный, я думаю, здесь на самом туалете. Я всегда тащу химзу с собой. Чтобы не ползти сюда, блядь, землю не зачерпывать. А раньше был проход вот на вот такой. Не, ну у тебя такая, да, в сапогах смысла нет. Ну да. Может. А проход был вот здесь вот такой. Ну, видимо, больше ползать начали. Что, да. Расковырять-то недолго его. А я думал, что это все вот эту дорогу придется ковырять. Вот так ползти придется до сюда. Нет. Где там сумочка? Нахуй. Там уже и оставили. Там, где и нашли. Тяжелый большой фонарик. Ну, я могу его потаскать на всякий случай, потому что фотографии, по-моему, понадобятся. Да, фонарик, фотографии. Если тебе хочется что-то потаскать, иногда, я тебе могу рюкзак свой скинуть. Иногда. Не, он сюда хорошо ложится. Какой добрый дядя. Ну, мне он просто все время мешается, блядь, толстый. Но у меня в нем лежит пиво. Чем мы туда? Я думаю, сначала спустимся туда. Ну, мы на тапку подождем. Давай, бери. На таху все равно подожди. Успокойся. Выйду, видишь, закрываю, не пускаю вас. Он далеко ушел туда. Фу, сколько ты какашка на себя навешаешь. А? Ух ты, как говняшка на себя навешаешь. Где ты там лазил? Я? Да. А, так вот здесь вот. Вот здесь. И лазил. Там столько говняш? Да. Там, вот сейчас он тоже весь в говне будет, таком же. А? Сюда, сюда. Сюда, значит, сюда. Блядь, да как так? Вы будете здесь еще? Ну да, я не думаю, что мы будем вести где-то выйдем. Нам тогда надо будет обратно идти. А? Я думаю, надо будет обратно идти. Да? Почему? А мы сдохнем здесь. Что там? Ты попробуй, увидишь. А что там? О! А что, прикольно? Ага, ты воду наступи, пойдешь. Ага, сейчас. О, да.
Засасывает. Подожди, царь. Посмотри, что там такого. Засасывает вода. Ну, в смысле, дно, блин, ну, можно бы, конечно, идти. Ну, далеко не уйдет. А он далеко, он ушел. Смотри, как ты... Ну, ты вступишь, да, давай мой портфель. Похер. Скинь. Держи, пожалуйста. Спасибо. Ой, нет, суп. Но. Ну да, много грязи. Тяжело идти по такому говну. У тебя, кстати, лямка одна в воде волочится. Не знаю. Сейчас. Да нормально здесь идти? Что значит? Просто здесь грязи много, а под грязью твердый. Под грязью твердый проход. У него еще рюкзак там. Не, ну если идти, то... Вроде можно идти. Там очень много грязи в воде, то есть надо засасывать, но только на пару дециметров и все. А дальше вроде можно. А там дальше по сути вроде. Бля, вот. Красиво. Красиво? Да. Ну да, есть такое. Опять какую-то середичку найдешь, я вижу. А что? Ну что-то там, да. Блин, нифига оно все такое. Ну если Глеб не возвращается, значит что-то там хорошее есть. Что-то он... Ой, чует, что там что-то хорошее. Поворот. Вот, наверное, был какой-то вентиляционный шуруп, либо с первого этажа. Да-да-да. Блин. О! Осторожно. Нормально, что-то же по колено. О, как. Если бы пошли по первому этажу, то там бы послушало кого-нибудь. Ну да. Где там колени? А? Что там? Thank you.
Ай. Ну что там увидел? Тут два прохода. Где ты стоишь, там еще четыре прохода. Ого. Я не знаю, куда идти. Слушай, ну давай отталкиваться, идем прямо. Некуда прямо. Ну тогда запоминать поворот, идти. Или ты думаешь, что здесь петляет? Там стрелочек нету нигде. Есть. Одна есть? Налево уходит. Сюда? Да, в нашу сторону. А где наши все остальные? Да все еще тащатся. Пусть дойдут пока, потом посмотрим, куда пойдем. Ну вон, тут нормально встать можно в голову. Я тоже видел эту хуйню. Всего она 50 километров вроде. Да. Мне чувак говорил. Гораздо больше, чем КамАЗ. Блять, несите на него. Убери в другую свой фонарик. О. Грустный чувак. Чего грустный? Ему еще кайло в руку. Ему еще кайло в руку. Ну там, блядь, воды, да. По колено нахуй. Хуй, ну это в одном месте там. Да. Это не водичка, конечно, прохладная. А? Но здесь хорошо. Да, хорошая прохладительная. Ну я тебе скажу, у нас похолоднее водичка бывает. Ну да. Ну я смотрел там, куда мы вниз ломанулись, а еще проходы. Тут вообще проходы должны быть, высота потолков до 5 метров доходить. Кто тебе сказал? Я фотографии видел. Фотография? Ты уверен, что это именно Тарновские, да, горы? Да. Да? Да. Ну это, наверное, ближе к музею. Ну вот, который ближе к музею. Здесь же музей еще есть. Да. А в какую сторону музей? Слева или сюда, куда мы тащимся? Я не знаю. Да, не сюда. Сюда. Мы не знаем пока куда, мы решаем. Вас ждем, мы решаем. Видишь, фишка в чем заключается? Я фотографии видел, здесь потолки должны доходить до 5 метров. Ага. Это вентиляционные шурфы все как один. Вот это, где мы сейчас? Да. А где музей, хуй его знает, в какой стороне. Ага. А вот там, где музей, там и есть эти, само выработка. Наверное, где стрелочки? Стрелочки где? Здесь он показывает. А это на выход стрелочки. На выход. Ну, значит, они... Давай нам держать с правой стороны и будем смотреть. А можешь какой-то знак поставить? Чем? Ну смотри, по той стороне идут зеленые стрелочки, по этой красные, я так понимаю. Ну да. Досочку. Блядь, сука. Со стрелками мы не забудемся. Тебе посветить? Да. Ну вот смотри, зеленая стрелка идет туда. Сейчас. Прямо над твоей головой. Я вижу. Куда? Где зеленая? Вот зеленая стрелка. Вот на краю. Ну здесь красная. Ну видишь, зеленая и красная. Это все выходы. Выходы. Ладно, пошли отсюда сюда, посмотрим. Будет. Совсем печально, развернемся. Ну, по таким рокоходам охуеешь, прыгать, блядь. Ну, естественно, если слишком долго будет, тогда подвигнем. Я думаю, оно будет все время здесь. Пока. Зато доски выложили. Кто-то выложил. Это не выложил, вот старый стал. Это водоотвод, скорее всего, был. Тут купи. А где там? Да ладно. Да. Что? Завал? Не завал, там проход. Куски есть. Пусть дуй туда вперед. Но я думаю, не стоит. Идем обратно? Идем. Да. Разворачивайтесь. Чем шире, тем лучше. Тем туда мы идем. Чем выше. Чем выше, тем лучше, да. Как бы узенько меня не так пугает, как низенько. Узко, да, низко, да. Сыр это пизда. Зато ветерок есть такой приятный. Здесь, кстати, шурфы открыты, их не засыпали вроде как. По крайней мере, некоторые. Туда? Вниз? Вниз или туда? Да. Нет, вниз пойдем, наверное. Вниз? Да? Давай вниз сходим, посмотрим, что там. И потом залезем на ту верхнюю площадку. А здесь, смотри, туда вообще стрелка.
Ну, может, это выход. Это на выходе. Да, ну мы же оттуда пришли. Мы оттуда пришли. А, да. Проходи, я тут не пришел. А кто так? Ну да, там вообще на карачках. На карачках, да? Карачком. Да. Да, давай тогда наверх и здесь, со второго планки. Тут тоже проходишь. Красная стрелка оттуда сюда показывает. Ну это выход. На выход, но она откуда-то ведет. Может, оно тоже кольцуется? Хуй его знает. Ну давай тогда. Что там, и там глубоко такое, далеко как вот, вот такое? Вот так вот дальше, что я вижу, да. Вот так ты все видишь. Блин, а вот ну печально. И это там такой же, походу, делал. Не пачкал цепь, фонарик, сейчас. Нет, не здесь, вот там, дальше проходишь прямо, и там на пьедестале есть. Там дальше, наверх. Что... Направо. Да. Не, ну это тоже такое. Ну, это такое. Нет, дальше, здесь. Дальше, дальше проходите. Дальше, там, где... дальше идите, балкон, дальше. Я понял, да. Здесь пахнет как метро. Метро древний. Ага. И бегали же тут. Ты так часто это делаешь? Люди с кайлом. Здесь тоже рачком. Ну блин. Ну там, смотри, галерея какая-то вон сложена. Полезли, слезли. Слазили. Может она... Ширше становится. Да, я и говорю, полезли, слазим. Давай. Там видишь, из камней это сложено херня. Ну, типа подпорки. О, следы есть, вижу. Ну и что там? Тут тоже разветвление начинается. Ну да. Тут просто, блядь, три хода. Туда, ниже. Туда. Не ширше, да. А выше. Выше. Но. Слушай, ну что-то мне это так напоминает, что здесь это культурненько выложено, где-то я уже такое видел. А это породу специально заталкивают, когда хуячат, чтобы, ну, ты, во-первых, меньше вытаскивать, короче, где там? Уменьшаешь. Париже, что ли? Ну да. В Париже так же вот было некоторое. Да, выложено. Да, да, да. Ну, Олег, ты как? Что, не то все? Ну-ка, что там? Непонятно. Непонятно, Олег. О. Тут. Вот там, мне кажется, повыше. Красное что-то. Слушай, здесь проход идет непонятный какой-то. Цеф, светани туда вдаль. Смотри, там высоко довольно-таки. Давай поднимемся наверх, откуда да, ты думаешь? Там нет, потом смотри, дальше по проходу. Там-то нормально было идти, 1.90 м. Где? А откуда я первый раз запрыгал? Цеф, тут еще разветвление в две стороны. И что там? А высота? А высота? Ну там высоко, мне кажется. Тропиночка. Я почти встал, только хуй знает, она поворачивает. Сейчас. Да, не думал, что это рядом. Тут с одной стороны тупик. Обычно. С другой стороны. Блять, ну конечно, стрёмно очень. А? Что там стрёмно? Вот эта хуйня может в любой момент отвалиться. Ты знаешь, сколько... Ты знаешь, сколько эта шахта стояла? Она уже 400 лет где-то стоит вроде как. Ну мы-то не видим, сколько здесь чего отваливается. Короче, Сергей, мы идем обратно и мы идем на второй этаж. Я уже пошел обратно. В каждом проходе еще проходит. Ага. Пойдем на второй этаж. Да. Там он говорит, повыше вроде дела. А именно вот эти вот маленькие ходики, это и есть, где вырабатывали. А это просто штрек, это. Где мы сейчас идем? Ну да, повезло. Потому что оттуда породы не уложили, а не уставили по центру. Я не могу, я не могу, я не могу.
Вот оно самое глубокое место. Здесь самое глубокое место было, да? Да. Да. Это рельса, то что колейки, что ли? Ага. Ну да, там скользкая жижа, сейчас буксовать там. Подольше будет, главное, что ли, штрек главный. А грязь-то какая, цвет детской неожиданности. Блять, ходов там заблудиться тут некуда, наверное. Если они длинные, и все начинают разветвляться, а стрелки ну зачем? А там нет, ну, во всяком случае, где я прополз, там нихера нет. То есть разветвления идут, а стрелок нет. Значит, о, да. Значит, да не надо просто. Туда обычно не ходят люди, получается. А там аккуратнее, там пласт поехал. Где? Где-то выползаешь, что не без спина. В смысле поехал? Над тобой? Я же накрыл. Крошится. Крошится. А, ну. Я на ноги упал, такой довольно-таки уезд. А я говорил? Ну, будем пробиваться в сторону музея. Туда? Да. Мы даже не знаем, где сторона музея. Да, короче, куда-нибудь пробиваться. Ну, да. Если здесь не получится, пойдем вам все-таки опять вниз. За верх не бери, там пиздец цепится. Я не за верх, я ну, потом только раком поползем, хули делать. Ты здесь еще поспать можно. Вот за эту сторону лучше вообще не держаться. За эту? Да. Ну, потому что ей... Нет, там нормально. Выложено и подперто все. Да.
Поэтому нам двигаться хорошо. Если бы не было этого, давно бы все было рухнуло. А вы попрашиваете кешки такой? Вот какой и выше. Рано. Ну что, у меня много комфортно. Блядь, тут довольно-таки много народу ходит. Да. Да, я думаю, это самое главное, что не. Надо по длине должна быть чем-то. Молодец, блядь. Интересно, мы пошли на подъем. Да. Ой, здесь точно полный раз. Не потому, что наклон идет. Это прикольно, а? На подъем. Сейчас так ракоход начнется. А до тебя дошел, да? Я дошел до ракохода и развернулся. Ага. Ну я думаю, нам в эту сторону все. А не в ту. А что, в Польше много диггеров? Нет. Много-много. Или это приезжие? Приезжие в основном. Да нет, здесь много диггеров, хрена. А, тут? Помните, это все нации подземные? Ну. Это же большая группа. 200 человек. Ладно, еще. Развилка. Я до сюда и дошел. Куда идем? Налево, направо. А где выше потолки? Ну запомни, а вот смотри, стрелка на этом. Куда? Вниз, вверх? Не, на выход. Ух, как тут становится. Ну народ тут ходит, следов много. Значит, куда я следов нахуй? И пурщики. И вас пожрёл. Не так много, но есть. Блять, как у нас тут спасает? Блять, правда, я нарам нахуй. Блять, по-моему, тут становится уже и уже. А? Это мне кажется. А? Что? Уже и уже становится. Нам вниз надо идти. Не, ну низко становится. Не, нормально. Вверх можно пойти. А? Вот, тут что-то интересное. Что там? А вот куда, налево или направо? Сифон. А? Впереди. Что такое сифон? Да. Сюда. А. Сейчас идем по тряпкам. Я по следам смотрю, где больше всего ходят. Ну тогда заруливайся наверх. Что там? Сифон. Вот второй ярус. Водой идет. Вон тут выступ есть. Я вижу. А, смысл вот такая его. Сука, это еще следам. Выше хамаюсь.
Ну ты хотел экстрима, блядь? Это не экстрим, это просто лечение. А Арма вперед ушел, да? Да. Да, есть. И как там проход? 3 разветвления. А по потолок? Потолок одинаково такой везде. Как у вас. Да. Пиздец будет в спине, это точно. А? Что будем делать? Ползем дальше или как? Или тут ниже проход? Так там такая же. Тут стрелки нарисованы, так что? Чё? Стрелки нарисованы. Ну, значит, туда ползем. Угу. Деваться-то нехуй. Бля. Кто же за ерунда хочет не пойти? О, и урожай здесь что-то. Друга, что с мамой сделал. Это пиздец. Бля, я не представляю, как тут люди что-то лазили и добывали. Тут хуй пофоткает, бля. Почему? Потому что раком? Да. Я уже ебальником приземлился, нахуй. Это пиздец, блядь. Чё, да, разбирайся, по-моему. Ну, тебя это не понимаю. Я думал, мы сегодня спать будем, как убитые. Там далеко это крыло? Да, бесконечно. А еще прикинь, сколько выходить так же. Блин, это ж пиздец. Да какого мне пиздец? Надо будет по новой камере на массаж записываться. Похоже, нам всем. А там что? Я знаю, куда мы пришли. Ну? Там балкончик вниз, да? Нет. Нет? Нет, балкончик. А. Пока. Я думаю, ты круглеешь. А где Альма? Там, вниз пошел. Проверку? Ну, типа да. Пиздец, экстрим. А я еще хочу сирануть. Блин, я вот, кстати, в этом моменте тоже почему-то очень сильно захотел пернуть, но я пожалел тех, кто идет за мной сзади. А я сколько иду, пержу нахуй. Они нюхают. Мне как-то похуй. На, убрать фотик. Стой, замри. Может, выключить свет? Да. О. Нормально. Будешь что показать внукам? Пиздец, я уже литр. Ёпта, я только сейчас заметил, какой ты, блядь, чистый, ёпта. Я сейчас, у меня же фотик в руках. Я там запнулся ебальником, нахуй. А что, кто-то из вас чищет? Да посмотри на мое лицо, и потом ты скажешь. Так, я тебя уберу. Похуй на рюкзак. Ну-ка повернись крупным планом, блядь. И сюда. Блядь, стой. О, боевой окрас, блядь. Шаф-диггерский боевой окрас, блядь. Глаза-то хоть не закрытые? Не, нормально. Теперь только главное молись, чтобы оно не засохло и не схватилось. Да это нормально будет. А зачем? Я не буду отдирать, я буду ходить так. До отеля. Блять. О, Альма. Возвращается. Это, конечно, пиздец по такой хуйне ползать. Блять, да. Тут на коленке нужно. Да.
А я что-то пожадничал, блядь. Цеф меня с панталоги сбил, говорит, блядь, у нас дешевле, у нас 5 евро. А я только глядел в этом самом, на коленнике. Ну ты бы мог и за 34 злот, 34 это где-то 8 евро, 9 евро. Ну вот те, которые мы с тобой смотрели. Да, всего 9 евро, что ты не купил. Ну, 7. Мог, но ты меня сбил, сказал, что у нас дешевле, а я пожадничал. Ну это твоя проблема. А сейчас бы мог... Слушай, она схватывает, я уже чувствую, блядь, очень. Слушай, если ты станешь золотым, мы тебя продадим. Все, мне нравится, я здесь посплю немного, вы разбудите, когда найдете выход. Альма что-то глубоко там ушел. Вы видели мою морду, да? Ой, вы красавчик. Я говорю, я там еблишем приземлился. Там отпечатались, да, я прикольно, там рожа отпечаталась. Ну, слышишь, мне вообще кажется, что это водоотводные штреки, бля. Скорее всего, да. Потому что штреки должны быть по 2-3 метра. Я на фотках видел. От 3 метров и выше. Ну, и смотри, если здесь бежит ручеек, то есть это водоотвод. Ну, либо оно вот, где мы видели, вот это нижние туннели, которые идут. Скорее всего, может быть, там. Она просто затоплена. И остались водоотводные штреки, откуда бежит вода постоянно. Не знаю. А что, он там ушел с концами туда? Он застрял туда. Вообще не сказал нам, идти или нет. Не, ну он там все разведает. Походу. Все ведает, мы пока отдохнем. О, я посплю пока. Да, я тоже посижу, блядь. Эпох. Пусть под жопой бежит ручеек. Я, кажется, нашел шахты основные. А, ну что? Ну что? Перекура кончен. Лезем дальше. Будь там, мы идем. Основные? Да. Три метра. Там метра два, высота и веревка. Да, метра два, сюда. Нормально. Сколько там? 2 метра. Ваня, пошла наша тема. Высота и веревка. Что, веревки? Да. Блять. 20 метров. 20. Ну, может, не 24, вот так вот. 24? 4 метра. 4? Да. 40, то есть. Ага, ну да. 4 метра, 5. Ты преувеличивай чуть-чуть хоть, Олег, для рекшена. Чтобы туда уже подползали на полусогнутых. А там всего ничего. Даун, 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 да? Куда? Куда? А, ну вон, стрелка идет. А ну вот это, наверное, и есть его балкончик. И вон дальше шахты, смотри. О, да. Кайфово. А вон веревка. Блять, ну стрёмная, сука. Вот тут пришли, вот, смотри, офигеть. Ну да. Ну нам туда и надо. Нихуя себе у тебя окрас, блять, настоящий такой. Ну там. Да у Диггера окрас такой прям реально. А, херня, невысоко. Я могу первым даже. Да, первым. По веревке. По веревке первый. Ну, подниматься будет. Отойди. Сложнее. Они тут со снаряжением, по-моему, лазили. Да. Можно просто руками. Нужно посмотреть. Прочные хотя бы. Да, прочные, я думаю. Нормально. Анкера хорошие стоят. Анкера-то хорошие, только что ты ее не порезал. Там троса натягивают через такие. Там просто похоже не так. Я тоже так первый раз, когда лез, было очень страшно. Там здесь страшно, здесь всего метра 4. Цеф, сейчас спустись на карачке, на колени, и у тебя левая нога встанет на балкон. Видишь балкончик? Да, да, вижу. А, то есть вообще нормально так нужно? Да-да-да, заебись. Не, ну там правильно сделано. Да нет, нормально, он просто не рассчитал. Там минус. Подняться нет. Можно будет? Да. Конечно можно, если ты не слабак, если ты не слабак. Ну если что, на плечи встанет. На балкон. Ну, да. На балкон. Я не знаю, а вдруг я слабак, не чувствую. Давай, пошел. Я-то? Ты. Ты давай, же арочные своды. Ага. Может меня кто? Я могу вас сфоткать. Пусти, я же. Давай. А? Давай. Я полез. Ну, блин. Давайте просто в очередь создавайте, интересно. Отойди в стол. Давай. Сколько тебе надо? Я уже... Пусти.
Лазил с ним уже по такой хуйне, блядь. Первый раз я вообще обосрался. Че здесь обосраться? Здесь не высоко. Это тебе не высоко, а я первый раз пиздец полз нахуй, я думал обосрался. Давай. На видео снимаем, че, блядь. Сука. Ты тебя заснимаем. Не цель. Все пишет, контора пишет. Контора пишет, блядь. Сука. Так что давай нам тут без экшенов. Ща, как пиздану. Блядь, как-то ты... А там ниже что? Есть за что встать? А, сука, я не помню. Ты ногу за веревку за. А там вот смотри, даже петля есть специально для ноги, или? То есть нормально. Ногу закинь за веревку. Да я так это вышел. Да, ну там петли сделаны, да? Там петли сделаны, да, для ног. Для так ног. Что нормально. На когда будешь по... А, ну на подмене. На подмене, да. Ты там запутался, да? Слегка. Да тут есть посадка. Вон. Вот здесь. Оказывается, дорога идет. Давай, пошел. Следующий. Перчатки один лучше. Да понятно, что я с голыми руками не болею. Так. Веревочку, да, поступились. А? Веревочку, поступились. Не, нормально сделали. Не, я имею в виду толщина веревки. А, ну, наверное, что была. А это, кстати, хорошая веревка. Хорошая, хорошая, но берешь, чем толще, тем... Я хочу наверх. Вот, дай запомнить. Подожди. Да, да. Может, да, поехали. Давайте по одному все-таки. Ну, я посмотрю, что там и как. Ногу за веревку закинь, чтобы не запутался. Если можно опять запутался. Веревка между ног. Да, веревка между ног у него пошла. Да. Запутался. Теперь убери сука. Правую ногу за веревку. Блять, как это теперь сделать? Сука. На плечо помоги. Сейчас давай. Во. Выше. Ну, блядь, отстань ей кто-нибудь, подержите ее, ее в анжебру. У меня там, блядь, вот. Сиди туда.